И, ребята, всем привет, вы на канале Кирилл. Сегодня мы будем играть. Во что же мы сегодня будем играть? У вас есть пару секунд, чтобы угадать. Если вы угадали что-то, то это лайк. Да, вы угадали. Если вы угадали, то ставьте лайк на это видео. И подписывайтесь на канал. Так. Загружаем игру Toilet Fight. Вы в курсе, что один раз только желтком достаточно накопить? 430. Так, я обязался накопить 430 уровней и 25 тысяч часов, с помощью которого смогу купить камеромана Титана. Но я не хочу жертвовать. Ладно, ну давайте сыграем в открытый мир. В прошлый раз я не смог. Тоже я... Прямо сейчас мы с тобой отправляемся на секретное задание. Ладно, наша знаем. Задача уничтожить один из аванпостов. Мы знаем, мы на первом должен находиться Стибиди Череп. Крайне опасный пост, мы должны выиграть. Ну, тут ядом. Уже ясно. Если вот. Нам удастся его победить, тут то мы сможем собрать первую деталь для робота, которую похитили скибидисты. Ну, короче, уже все ясно. Не будем тянуть кота за ананас. Вот бедные агенты, мы им, как всегда, помогаем. Как эти... Скибидис, впереди, стреляй! А знаете, почему они так хорошо с черепом справляются? Я просто не на меткости. Как бы я не могу так хорошо прицелиться. Как бы я не играл в Stand of 2. Но люди, которые не играют в Stand of 2, все равно хорошо проходят. Ну вы специально сделали мало хп, чтобы нам не было так легко, да? Осторожно, впереди скибидист. Я уже вижу. Диппер, помоги мне. Ты же... Я хочу водить машину. Отдай мне ключи. Стреляй по нему. А, работяга. Да как мне дойти до ужинного джимена? Я еще из-за ни одного не выиграл. Крыса. Ох, черт. Что же мне делать? Помогите! Еще и от яда на дне! Я нечаянно! Нет, спас себя от яда! А что это все так трудно? А! Так как вы меня бьете? Я попытаюсь победить! Нечестно! Вообще у меня сейчас мой автомобиль. Ну как? Во, ладно, давайте везем в гараж. Так, мы продолжили. Но мы не будем еще играть в открытый мир, потому что я еще как бы не в обучении. Ребят. Ну, я хочу купить камеромана Титана. Ну, я очень хочу, но не могу, но мне жалко. Ну, чего? Я долго накапливаю. Ладно, когда пойду фатиться за рекламу? Ладно, кнопочку реклама. Так, мы немного пофайтились. Сейчас я нажму кнопочку реклама. Сейчас мы опять на кнопочку реклама. Так, покатились. Но еще вот как-то плохо. Мы еще даже не получили 1000 очков. Так, ребятки, мы уже вернулись.
Мне опять придется хватиться за рекламу. Ладно. Так, ну хорошо, так все оформился. Теперь берем моего любимого. Это не Тиримен Титан. Это не Тиримен Титан. Это спикер. Это не Спикермен Титан. Это Вантусмен. Ладно, берем Тиримен Титана и продолжаем в бочек. Сюда. Я дошел сейчас до пилы. Сейчас буду выигрывать. Нет. Я ему так нормальный урон нанес. Теперь сейчас буду выигрывать. Прямо в соточку. А-а-а! Стебру мне 1005 хп. Теперь мне ему придется очень долго наносить хп. А-а-а! У него 8000. У меня даже чипов больше, у них 25. Кстати, я знаю, когда выйдет обновление. 20 октября. И спасибо вам за 27 подписчиков. Спасибо вам за 27 подписчиков. Жду стрима. Потому что на стриме очень будет хороший. Хороший можно с вами в чату быть. Дошёрнуться. Ну ладно, ребята. С вами был Кирилл Хэтмис. И мы победим пилу в следующем видео. И всем пока.